Астория у каждого вызывает свои неповторимые образы. С соусами Астория ваше воображение безгранично. Астория. Вкусовые импровизации. Всем всего самого доброго и вкусного. Сегодня будем с вами узнавать, что можно сделать с рисовой кашей, на которую уже, в принципе, есть не хочется, а продукт надо использовать. Итак, сейчас я беру морковку, это свежая морковка, и натираю, обращаю ваше внимание, на сырную, на мелкую терку. А поможет реализовать нашу кулинарную задумку соус Астория, сметана и грибы. Есть и такой. Морковка у меня готова. Сейчас переходим к луку. В данном случае я вот возьму белое и вот чуть-чуть зелененькое. И нарезаем его мелко. Лук мы тоже уже подрезали. Добавляем его к морковке. Опа! Так, нам понадобится большая стеклянная емкость. Здесь мы, собственно говоря, будем все наши продукты перемешивать. Так, берем кашку и перекладываем вот сюда. Все вот так вот. Дальше. Берем нашу морковочку и лук тоже все перекладываем сюда. Вот, я добавлю куркумы сюда. Это вот куркума мне друзья привезли из Дубая. Дальше берем яйца, обычные, сырые, и выбиваем сюда. Оп. Формируем обычный фарш. Опа. Немножечко муки, буквально там пару столовых ложек. Естественно, нужно соль. И черного перчика. Мне кажется, вот сочетание черного перца и куркумы, это будет вообще шедеврально. Осталось все это теперь перемешать. Ну и все, переходим к плите. Значит, все очень просто. Масло уже разогрето. Так. Ага. Здесь у меня просто обычная вода. Это для того, чтобы удобнее было формировать котлетки. Просто берем, смачиваем ручки. Берем котлетку. Ни в панировочке, ничего. И вот смотрите, и выкладываем. Чуть-чуть вот так вот. Раз. Поскольку все продукты готовы, котлетки приготовятся на раз-два. О, это большая была. Чтобы котлетки схватились, накрываем крышечкой и жарим под крышкой. Астория у каждого вызывает свои неповторимые образы. С соусами Астория ваше воображение безгранично. Астория. Вкусовые импровизации. Так, готовы наши уже первые котлеты. Я беру белую тарелку, потому что цвет наших котлет насыщенный, такой желтенький. И очень будет хорошо, вот смотрите, сочетаться. На белом. А? Так. О! Ну вот, пожалуйста. Вот, что у нас с вами получилось. Сейчас переходим к самому, пожалуй, важному ингредиенту. Это соус Астория со сметаной и грибами. Именно с этим соусом и нужно кушать эти котлетки. Опа! И вот сюда, на листик салата. Вот, смотрите, с грибочками, все как положено. О! Ну вот и все. Всем приятного аппетита. Не забывайте про Асторию. Дело в том, что я, например, этот соус покупал не только из-за высоких качеств вкусовых, но здесь еще есть рецепты на обратной стороне. Живите вкусно! Живите весело и с улыбкой. Все, скоро встречаемся. Пока. Астория. Вкусовые импровизации.